На открытие турнира приехали глава региона Вениамин Кондратьев и помощник президента Игорь Левитин. Визит высоких гостей особенно запомнился краснодарскому спортсмену Александру Резниченко. Ему вручили удостоверение мастера спорта России. Отмечу, что всего же в крае настольным теннисом занимаются почти 7 тысяч ребят. Развитие этого спорта, как и других видов, по мнению губернатора Кубани, также необходимо поддерживать. Да, вообще объективно, все виды спорта хороши, однозначно. Поэтому выбрать какой-либо, преимущество отдать... У ребенка должны быть способности. Абсолютно верно. И, а мы должны их дать возможность. Я за выбор, право выбора ребенка заниматься тем спортом, кем он хочет. Вот задача наша – дать эту возможность. Что касается соревнований, то пройдут они в три этапа. В первый день младшая группа до 14 лет, во второй – школьники старшего возраста и заключительный турнир в субботу между теннисистами старше 18 лет.